Давай. Доброе утро! Упражнение писающая собачка. Уф. Это, считай, гриф пятнашку вешает. Еще блины он по бокам едет. Тихо, сейчас упадет, блин. У нас потом травму получу. Что не смешно. Кстати, реально представляю, как вот здесь, знаете, такой прям вес. И как-то, ну что нравится? Самовнушение. 7, 6, 5. У тебя нас передняя камера вообще говнище. 2, 1. Ой, я там вылез. Блин, как глупо! Ладно, я на твой туда сделаю. Блин, твой не стоит. Мой не поставить. Давай сфоткаю тебя, ладно, ладно. Ну, давай. Ой, такая прям секси-лейба. Все. Только что показала трейлер вам «Правда или действие», друзья. Кто его... Людей на фото уже мертвы. Нам не выиграть. Что здесь происходит? Че там, я думаю, сходить, да? Я хотела за него сходить. Да, я тоже хотел на него сходить. Кто хотел бы на него сходить, можете вместе, в принципе, в Перми. Да? Напишите, кто из Перми, кто готов с нами пойти 26-го премьера на «Правду или действие». И напишите, кто вообще, в принципе, пойдет. Мы, в принципе, вообще рады всегда за движуху. Правильно? Да. Так вот, Настюха меня со своей движухой с фотографиями задолбала уже. Ты мне сказала вести Инстаграм. Начала вести Инстаграм. Постоянно Паша с фоткой, вот здесь с фоткой. Вот я теперь понял, что лучше девкам вообще не вести Инстаграм, и как это бесит вообще. Блин, никогда не разрешайте жене вести Инстаграм. Это развод сразу же. Только жирная, достала уже. Чтобы не жирная была. Ты все равно жирная, Настя, но ничего не поможет. Жирная? Да, жирная. Я же хочу, я хочу, но нет. Да потому что жрать меньше надо. Рисуем классики и смотрим на реакцию людей. Короче, реакция в Америке была такая, что многие прыгали и многим было весело. Правильно, Давид? Да. Посмотрим, креативный ли у нас в Перми народ. Да? Да, но в Перми у нас, я уже пранки в Перми проводил, и как бы люди толстокожие очень. Вот. Но если миф развеется, то я буду только очень этому рад. Все. Все так проходят и говорят классики. Классики, но. Что ты не такая? Всем людям, у которых было детство, посвящается. I'm gonna take it.
следующее. 24 мая. Я с тобой пойду, Алина! Алина, иди с ней. Мы искали, кто пойдет на Бузову с Настей. Друзья, пошли, кому не жалко, пошли. Скиньтесь Насте на билет. Номер Яндекса или чего-то в описании. Ребят, надо идти на Бузову. 24 мая. Кто со мной? Настя, представляешь, что задонатит денег на Бузову? Ты все же уже не отвертишься, тебе как стопудово надо будет. Я пойду. Все. Жарко стало. Бузова завела меня просто. Бузова завела девчонок просто. Жарко. Хач рисует классики в центре города. Мы, как всегда, приехали в Декатлон, и, как всегда, Паша приехал поиграть в теннис. Опять взяла самокат. Музыка-то, музыка! Бамбалейла! Как всегда, хотели бесплатно поиграть в теннис. Смотри, как у меня таченька Декатлон выделяется среди всех. Да. Таченька вообще выделяется. Это не семерочка Давида, конечно. У нас Гарик поднялся, хотя недавно тоже на семерке ездил. Они по очереди, то на семерке, то на нормальной машине. А так не русские все, то на семерке, то на нормальной, короче. Ну, это просто движение вверх называется. Пришли наконец-то уже домой, сходили в магазин, купили продукты. Сейчас, кстати, покажу вам, что вообще мы в последнее время кушаем и как заменяем сладости, потому что сладости практически вообще не едим. Яйца, каша, это обязательно, мы любим вот такую вот кашу, геркулес традиционный. Тут Паша еще попросил купить ему вот такую кашу пшено, не знаю, что из этого получится, потому что мы видели, надоел геркулес. Так, что я люблю? Я люблю еще вот такой вот творожок, 0%. Очень-очень вкусный. Если туда добавить мюсли, то получается просто за гранью богоподобия. Очень вкусно. Так, ну и, конечно же, фрукты. Не знаю, вдруг нам сказал, что нужно купить вот эти вот груши хрустальные. Обычные груши. Надеюсь, они будут вкусными. Банан я добавляю в кашу. И помните, еще я делаю вот этот вот творог с бананом. Тоже еще заменяет сладкое. Молоко. И еще я взяла вот такую вот смесь орехов и фруктов сушеных. Очень вкусно, но, конечно, калорийно. Лучше это не есть на ночь, потому что прям подсаживаешься. Лучше кушать, не знаю, с утра. Вот так мы заменяем сладкое, просто творог, мюсли, всякие вот эти вот орешки. Мне нравится. Ребята, я очень прошу вас, пожалуйста, будьте активнее. Не знаю, пока репостите ВКонтакте наши видео, если вам так нравится, они показывают друзьям, потому что у Паши бывает такое, что опускаются руки, если очень мало просмотров, и он ничего не хочет делать. А все в основном зависит от него. Сегодня мы сняли прикольный пранк. Не знаю, что у нас получится. Немножко смутно все получилось в плане съемок. Сложно. Вот, но в целом устали, прикольно, как всегда у нас. Каждый день сейчас прям заряженный, каждый день мы что-то должны сделать, каждый день мы должны что-то с вами снять, показать, удивить. Блин, и прикольно. Даже это прикольно, знаешь почему? В том плане, что мы обычно всегда сидим дома, да. А тут надо что-то придумывать, что-то делать, хотя бы куда-то из дома выйти. А сегодня, как всегда, мы вам советуем один фильм и сегодня еще один сериал посоветуем. Сериал. Вчера мы смотрели новую серию, последнюю, о... «Ходячих мертвецов». Мы давно уже смотрим этот сериал, уже несколько лет. Да. Классный сериал. Он интересный, но у них некоторые серии вообще проваливаются, на мой взгляд. Ну вот если вы начнете смотреть, то будет интересно, потом уже подальше. Да. И те, кто уже его смотрят, друзья, последняя серия, напишите, какое ваше мнение, она была просто чем-то. И фильм, Настя вам советует сегодня. «Собачью жизнь». Очень да. Классный фильм, добрый. Такой прям семейный, можете посмотреть его. Очень крутой, мне тоже очень понравился, очень раскрывает именно позитив.
Пока мне есть кого любить и возможность лизнуть, у меня есть цель. Собачья жизнь. Собачья жизнь, ходящие мертвецы. Всем спасибо, сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Всем пока. Пока-пока. Ты знаешь о сердце, но не о любви.